Доброй ночи. Это курящий из окна. И сейчас я постараюсь вспомнить, как все-таки играться в Лимбо. Перерыв у нас был очень большой, но сейчас я попробую сделать такую маленькую-маленькую тестовую серию, в которой постараюсь хоть что-нибудь сделать. В общем, поехали. Долго грузится, наверное, вспоминает, что у нас там могло быть все это время. Ну да, собственно говоря, вот снова этот лифт, возможно, даже... Но не буду врать, я немножко попытался поиграться перед записью и понять хотя бы немножко, что делать, иначе тупники бы у меня были абсолютно жесткие, а мне этого не хочется. Я хочу уже мирно, тихо и хорошо закончить эту игру. Сейчас я ее, естественно, не закончу. За одну серию, тем более серия у меня будет короткая, я надеюсь, минут 10, может максимум 15, потому что я записываюсь в очень интересном... Очень интересной обстановке. Сейчас перерыв футбольного матча «Зенит-Кубань». И решил я немножко потратить время с пользой. Ну вот, мы тут снова приближаемся к этой машинке с гравитацией. Вон. Хочешь вверх, хочешь вниз. Чё хочешь, то и делай. И камешек наш, ну вернее, сундучок тоже поднимается туда-сюда. До сюда мы не допрыгиваем, и нам сюда такое впечатление, что нужно два этих сундучка, потому что нужен один наверх и один в бок. И вот я долго пытался понять, что делать, и вроде как наконец-то понял, что игрушка тут, ну вернее, не игрушка, а уровень такой довольно-таки длинный. Что сначала нам надо откатить этот кубик. Назад, 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 назад. Вон бабочка летает, сейчас задавим бабочку. Вот здесь вот у нас видно, что... Ай, мышки нету. Так бы мышкой показал. Вот у нас цепи лифта, который у нас был внизу, и нам надо сбросить кубик, наверное, где-то рядом с лифтом, чтобы потом поднять, соответственно, его на этом же лифте. И уже использовать в своих корыстных целях. Я так думаю, что вот именно так надо, потому что идти-то дальше некуда. Можно идти только назад, но здесь у нас будет такое... маленькое препятствие в виде расстрельной команды, поэтому действовать надо быстро. Побежали! Добежали. Да, как-то я обычно Лимбо записывал так, скорее, меланхолично, но сейчас отучился, записывал в Plants vs. Zombies и все остальное, весь трэш, который я записываю, так что какой-то у меня веселый Лимбо получается. Да, скинул я ровно кубик, он прямо на крышу лифта приземлился, даже его затаскивать снизу не надо. И вот теперь посмотрим, что нам он подготовит. А нам пулемет не попадает тут уже. А мы, наверное, сможем запрыгнуть наконец-то за этот пулемет. Да? Да. А что дальше, я не знаю. Я туда не ходил, побоявшись, что у меня автосохранение поменяется. Ага. И что это? Опаньки. Опаньки, 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 опаньки. Вот так вот. Прямо с первого раза. Да я молодец вообще. Ну вот, теперь у нас все получится, я так думаю. Если мы сумеем оба кубика отодвинуть как-нибудь. Туда, да. Так его не скинуть, придется пользоваться тем углом сверху. Гравитацией, чтобы он туда полетел. А фигушки, однако, а? Блин. Или он у нас поднимется под действием той гравитации, интересно. Сейчас проверим, сейчас сбегаем назад и посмотрим. Дотянет у нас та гравитация до этого участка или нет. Правда, блин. Чем дальше, тем интереснее. Снова этот кубик надо тащить, чтобы нас там пулемет не задолбал. Ну, вроде как гравитация до лифта-то точно добивала-то, так что, наверное, и до туда добьет, мне так кажется. Кстати, странно, там пулемет начинал стрелять в нас, когда мы кубик двигали, а здесь не начинает. Ну, может, мы там кусочком тела задевали его лазерный луч. Да, соответственно, проверяем гравитацию. Я, кстати, долго не мог понять, как прыгать, стоя вверх головой, пока до меня не дошло, что прыгать-то надо не на кнопку вверх, а на кнопку вниз. Так он прыгает на кнопку вниз. Я думал, типа, гравитация там очень сильная или еще что-то, поэтому у него не получается. Да, все, я молодец. Мы пройдем этот участок. Если у нас хватит сноровки и смекалки.
Да, в принципе, конечно, я думаю, этой серии будет вообще просмотров штук 200 максимум, и то в лучшем случае, потому что сегодня случилось знаменательное событие. Сегодня восстал из пепла Доскос. Ну, что-то как-то посмотрел я первую серию по Mass Effect, даже не досмотрел, честное слово. Как-то он то ли отвык, то ли у меня вкусы поменялись, но не могу я его странные шуточки слушать. Вы на меня, конечно, можете обидеться, я не хочу говорить ничего плохого, Доскос — это тот человек, из-за которого я начал смотреть вообще такой жанр игры, как... такой жанр видео, как летсплеи, но как-то не попёрло у меня. Может, потом его послушаю. Хотя я сейчас вообще мало кого слушаю и смотрю, если честно, так что все нормально. А вот здесь вот надо понять, как нам это все ронять, потому что когда у нас вот эта вот фигня додвигается до стенки, у нас, соответственно, кубик с нее упадет. Это будет плохо. Ну, наверное, сейчас сообразим. Надо будет его ронять, как только она начнет двигаться на нас. А вот этот вот кубик надо будет ронять вот прямо вот сюда, вот, да? Наверное, да. Ну что, попробуем? По звуку. Почти получилось, а. Ну давай, давай, не убежишь. Не убежала. А теперь я успею. А теперь я успел. Я молодец. Ну все, побежали дальше. У нас тут такие... такое ощущение, что еловые ветки на фоне луны. Красиво. Я надеюсь, нас не застрелят сейчас. Сразу же. Ха. Птичка какая-то была слышна на заднем фоне. Даже странно. Или это я с ума сошел, и у меня просто за окошком птичка. Не знаю. Как говорится, нифига себе фиговина. Если говорить без мата. Ладно, сейчас посмотрим, что она делает. Досюда мы не допрыгиваем. Досюда мы допрыгиваем, но тогда нас размажет, по сути. А это у нас что? Это у нас, похоже, магнит, только куда он действует, непонятно. Ну ладно, сейчас пробуем включить магнит и эту фиговину поднять. Не, не действует. Так, проверяем заранее. Здесь у нас ничего нету. Досюда мы... о, досюда мы допрыгиваем, это хорошо. Ага. Понятно, что ничего не понятно. А что у нас тут творится? А, и здесь у нас тоже ничего не творится. Кстати, он забавно, если на правый кусочек экрана посмотреть, то вот там видно, что дождь идет. Хотя, может, вам и не видно, а мне видно. А над нами дождя еще нет. Значит, там как-то что-то допоменяется. Магнит пока непонятно, как действует. Если вот так вот... может, мы ее раскачать можем, а? Да не, вроде не качается. Так мы ничего сделать не можем. Да я не хочу на нее залезать, я хочу на ней повиснуть. Ай, почти. Не, так я ее тоже раскачать не могу, соответственно. Может, я смогу как-то эту колонну двигать? Вот так вот аккуратненько. Ха-ха. Парит в воздухе. А, может, магнит ее и притянет, если она будет парить в воздухе, а? Давайте-ка проверим. Ну, конечно, такая нехреновая хренотень. Не понял. А-а-а. Ха. Забавно. Ну вот, нам, наверное, нельзя, чтобы это... чтобы этот кусок чего-то черного и тяжелого касался верха, потому что тогда он примагнитится насмерть.
Но надо, чтобы он просто двигался в воздухе, да? Или это не получится все равно? Но как-то он никуда не двигается. Не, ну так я могу его сколько хочешь туда-сюда гонять. Он, конечно, парит немножко, но не хочет. Может, у нас сзади что-то осталось полезное? Да нет, сзади ничего нету. Назад мы вернуться не сможем. Назад нас не пустят. А, вон, кстати. Снова был этот звук. Странно. О, кстати, прикольно, под ним трава приминается. Никогда не замечал этого. Прыгает он как-то уж очень низко. Я бы на его месте прыгал хотя бы чуть повыше. Да, ну в принципе здесь сделать-то довольно мало, можно чего. Выбор у нас не такой уж и большой. В общем, понятно, нам надо, чтобы вот эта вот была наверху, а вон та вот была внизу. Но как этого добиться, пока что непонятно. Бегать быстро он не может, он не успеет добежать от магнита до того гравитационного поля за то время, пока она висит в воздухе. Так что как-то это все непонятно. Ха-ха. Ну, прямо на одном месте висит. Правда, я по кнопке долблю, так что вас, может, уши немножко закладывают. Ага. А, нет. Ну и все равно две поднимает. В этом-то и проблема. В принципе, у меня вот здесь вот хватит места, чтобы устоять, я, чтобы она меня не раздолбила. Но мне никак не опустить ее в этот момент. И это плохо. Может, мы по этому канату умеем лазить, а? Нет, по этому канату мы не умеем лазить. Может, мы сюда умеем прыгать? А, кстати. Не, на магнит я так тоже нажимать не могу. И сюда мне прыгать некуда. Снова дождь идет на правой части картинки, а у меня 20 часов 33 минуты. Сейчас, в принципе, как раз тайм-аут должен закончиться. Все-таки забавная загадка. Не пойми об чем, не пойми к чему. Зона гравитации у нас вон здесь кончается, так что туда ходить все равно смысла нету. Нет, ну, конечно, это все можно, но... Не, ни докуда я не успею добежать. Ладно, уважаемые товарищи. Я, наверное, не буду сильно вас мучить своим тупником. Между сериями посмотрю, как это все сделать, чтобы... Все-таки это был наполовину летсплея, наполовину прохождения. А то у меня уже была серия, где я 20 минут ни хрена не понимал и ругал уже разработчиков. Так что пока что прощаюсь с вами. Это был Курящий из окна. Не знаю, может быть, я сегодня запишу что-нибудь еще и веселое, но не уверен. Как-то спать мне очень сильно хочется. Все-таки в воскресенье на работу ходить — это не очень хорошо. Ну а пока что все. До свидания. Пока.